Прием заявок от предпринимателей на поддержку бизнеса. Администрация информирует. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие экономики муниципального образования муниципального района Печора» продолжается прием заявок на финансовую поддержку субъектов малого бизнеса. Свои заявки индивидуальные предприниматели, главы КФХ имеют право подать в течение финансового года. Решение о софинансировании и возмещении части затрат принимается комиссией в рамках предусмотренных порядков, утвержденных постановлением администрации муниципального района Печора от 24 декабря 2013 года номер 2519 об утверждении муниципальной программы развития экономики муниципального образования муниципального района Печора. Консультативную помощь всегда можно получить в секторе потребительского рынка и развития предпринимательства отдела экономики и инвестиций администрации муниципального района Печора по адресу улица Ленинградская, 15, кабинет номер 107, первый этаж. Телефон для справок 7-44-44, добавочный 10-30. С муниципальной программой развития экономики муниципального образования муниципального района Печора можно ознакомиться на официальном сайте муниципального района Печора www.pechoraonline.ru в специальной вкладке «Предпринимательство». 25 ноября в 14 часов МКО «Меридиан» приглашает на праздничный концерт, посвященный Дню Матери. Прекрасен мир любовью материнской. Информация по телефону 7-76-96, категория 0+. В Печорский филиал акционерного общества «Коми-тепловая компания» требуется на работу. Механик транспортного участка ПГТ «Кожва». Наличие диплома автомеханика, удостоверение контролера по выпуску машин, стаж, проживание в ПГТ «Кожва». Водитель автомобиля, водительского удостоверения категории БЦ, стаж, опыт работы на самосвале, проживание в ПГТ «Кожва». Телефон отдела кадров 7-32-12. Кировская обувная компания «Вахруш» принимает на ремонт любой сложности мужскую и женскую обувь «Пимы» 17-18 ноября с 10 до 17 часов в доме быта по адресу улица Островского, 74. Сдается двухкомнатная квартира в доме номер 5 по улице Строительной порядочным людям на длительный срок. В квартире есть все необходимое для проживания. Звоните по телефону 8-912-105-58-22. Продается или сдается в аренду склад по Печорскому проспекту 80, площадью 400 квадратных метров, недорого. Звоните по телефону 8-912-112-00-38 с 10 до 21 часа. Управляющую компанию требуется дворник, уборщик территории. Обращаться по телефону 6-22-50 с 8 до 17 часов рабочие дни. В столовую в речной части города требуется повар-пекарь. Обращаться по телефону 8-912-545-90-62. Продаются магнитофоны, недорого, все в рабочем состоянии. Звоните по телефону 8-912-131-94-29. Разместить информацию в программе «Телегазета» вы можете, обратившись в центры обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 356-90. Внимание! Информация дублируется на нашем сайте www.volna-plus.ru.